Море, пейзаж морской, много воды, солнышко теплое, солнышко светит, парус, романтика. Нарисуем романтику и возьмем бумагу, вертикальный размер, кисточка, щетина, горизонт низкий, начнем с солнышка, краски у меня желтая, красная, синяя и белая, и покрываем, начинаем с солнышка, вокруг него желтое, желтое переходит в кармистость, и вот так мазочки идут к горизонту и выше. Вот добавляю кармин, у меня будет ярко такой оранжевый горизонт, и покрываем. Верхний будет темнее, то есть я туда немножко синего добавила, и вот так вот плавный переход. Ну а теперь мне надо нарисовать точку. Туча темная, но и теплая, такая кривая, немножко загораживает солнышко, сквозь него. Тучка будет у меня лучики, когда у меня высохнет эта туча. И так растушевывая, ближе к солнышку светлее. И горизонтальными полосочками растушевываю. Добавляю немножко светлого отражение в тучку, проблески, полосочки, солнышко везде светит, везде вылазит из тучек. Картина теплая, романтичная, много неба, яркое настроение, хорошее должно быть у автора картины. Ну, лето же было, и есть оно, еще и будет продолжаться путешествие, поэтому все радостное впереди. Ну и, конечно, хорошие дни тоже были. Ну, а теперь, смешав все краски, что у нас есть тут на палитре, я рисую воду, море. Вот прям смешиваем всю кучу. Получается темная такая, коричневато-желтоватая вода. Еще туда синего. Это будет дальний лес, вертикальные линии, мазочки беспорядочные. Горизонтальные линии воды, отражается солнышко на воде, ближе к горизонту светлее, потом немножко растушевывается. К воде мы будем очень много возвращаться, когда краска будет высыхать, так что ожидайте все-таки, чтобы краска сохла, а то у нас будет браться нижний слой. Рисовать можно и гуашью, и маслом, на холсте, на картоне, на бумаге. Можно рисовать акварелью, более прозрачно. Можно нарисовать карандашом, даже фломастером. Но это надо постараться, чтобы было такие подходящие цвета.
так у нас вот солнышко, настроение, повторяюсь. Тоненькой кисточкой я прорисовываю кораблик. Как же без кораблика? Кораблик должен оживить нашу картину. Поэтому я больше синего в красный цвет. И получается коричневый. Парус, мачта. Прорабатываем этот кораблик. Парус. С парусом должна быть лодочка. Рядышком. И пока прорабатываю парус с мачтами. На воде у нас мало волн. Рыбачок, наверное, на паруснике стоит и ловит рыбку, или, может быть, отдыхает, ловит кайф, смотрит на закат. И поэтому все приятно. Небо спокойное, вода спокойная, кораблик стоит без парусов. Еще прорабатываю волны, где-то проблески воды. Ну и, конечно, лучики солнца полусухой кисточкой, не совсем белый, немножко такой желтоватый. И я нарисовала лучики, и на воде тоже более такие проблески светленькие, неряшливые волны. Ну и они спокойные все-таки, больше спокойствия, блеск в самой лодочки, парусники, пятнышки светлые. Попробуйте нарисовать. Очень приятно, быстрая работа, у всех получится, так что смелее рисуйте, можно много чего добавить, еще лодочку, например, посмотрим, нарисуйте, у вас все получится, держи зайти, всего хорошего.